вопросы развития образования обсудят на Республиканском педсовете в Минске. Особое внимание уделят популяризации рабочих профессий и повышению уровня профессиональной подготовки. Двухдневный форум соберет около 1000 специалистов. Сегодня будут работать тематические секции, где обсудят целесообразность вступительных экзаменов в 5 класс, дублирование подготовки по одним и тем же специальностям, создание центра независимой оценки качества образования, а также кадровый потенциал. Секции будут работать на базе университетов и школ. Международный банк реконструкции и развития профинансирует модернизацию здравоохранения Беларуси. Сумма поддержки – 125 миллионов долларов. Основную часть получит научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Также будет создана централизованная информационная система здравоохранения, разработана и внедрена система поддержки клинических решений. Кроме того, деньги пойдут на строительство симуляционного центра подготовки и переподготовки врачей, ремонт лабораторий в двух десятках белорусских больниц, реконструкцию отделения интенсивной неонатальной помощи в РНПЦ «Мать и дитя». Готовить белорусских программистов по уникальным израильским технологиям. Такую возможность обсудили накануне глава ПВТ Всеволод Янчевский и один из наиболее известных в мире специалистов в области IT-образования Эрон Лассер. В основе программы – методики, разработанные для военных специалистов, но адаптированные для гражданских нужд. В числе других вопросов – перспективы привлечения международных инвестиционных и венчурных фондов для финансирования IT-сектора.